Всем доброго дня! Сегодня хочу вам еще одно растение предоставить. Интересно, такое, как говорится, листовые овощи, как к ним относятся. Родственник между свеклой и шпинатом. Это мангольд. Вот у меня его тут навал, он тут растет. Целый здоровый ряд, разные сорта. Пользу, какую он пользу приносит? Ну, при диабете, ожирении, анемии. После тяжелых болезней, короче, вообще такие тяжелые состояния, да, он здорово помогает. При весеннем короче, когда нехватка витаминов идет. Да, пока вспомнишь, как это русском называется. Вот такие здоровые листья. В день максимум 200 грамм. Это из витамина К и оксалатов, то есть щавельной кислоты. То есть желательно вот, но больше из витамина К. Больше 200 грамм лучше не использовать. Так, что он еще помогает? При генерации желудочной, это поджелудочной железы. Выводит также токсины из организма. Вообще красиво выглядит. Кстати, вкус у него отличный. Можно использовать на голубцы, супы, везде добавлять можно. Так, что он еще делает? Укрепляет иммунитет, это обязательно. Содержит рекордное количество кальция, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. То есть такое вот универсальное растение, да? Есть у него еще пару вещей таких тоже интересных, но это я напишу в содержании. Я скажу самое главное. Людям с дикблюд, то есть это пока вспомнишь по-русски, короче, с сильной свертываемостью крови, то есть толстой кровью, но густой кровью, желательно избегать его, да. А что еще можно сказать? Это из витамина К идет, и беременным нежелательно его использовать, вообще лучше избегать его, потому что может спровоцировать преждевременный выкидыш, роды, то есть это нужно избегать. А так, в принципе, это универсальное растение. Можно везде использовать. По весне, кстати, вот эти вот молодые листочки. Еще моложе даже, да, вот такие вот. Можно сырыми резать. Готовить его проще, простого. Из-за оксалатов его надо просто бросить в кипяченую воду несколько минут. Дать провариться, то есть бланжировать просто-напросто. Чтобы оксалаты вымылись, после этого можно его везде использовать. Это был канал Нина Сергеева. Желаем всего хорошего и до скорых встреч.